iPhone 4. Замена нижнего шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 4». Пинцетом отсоединяем шлейф кнопки Home. Далее выкручиваем два винта, которые держат системный разъем. Затем вынимаем микрофон и снимаем нижний шлейф. На шлейфе находятся системный разъем, микрофон, разъем кнопки Home и контакты полифонического динамика. Классическая неисправность нижнего шлейфа – поломка системного разъема. Новый шлейф защелкиваем пинцетом. Вставляем микрофон в раструб и закручиваем винты. Затем вставляем шлейф кнопки Home. Все, нижний шлейф заменен.